чтобы было чем нам заняться зимними, долгими зимними вечерами и ночами, у нас появляется потрясающая новая добавка. Диетичная добавка, что додаст энергии вашему коханию. Це мака перуанська и гуарана. Але вона не тільки, це взагалі, це ми взяли вот общую, как это сказать, общую вот такую идею у своих любимых японцев, как всегда. Это достаточно в японских диетических добавках, это такое испытанное сочетание мака перуанская и гуарана. В одной капсуле 200 мг маки перуанской и 100 мг гуараны. Это, во-первых, это в принципе очень эффективный природный энергетик, который, причем энергетик без вредного влияния. Вот он, я дальше скажу, сначала просто скажу, что это. Значит, он очень хорошо, действительно, дуже позитивно позначиться на сексуальной активности, але просто на физичных и на когнитивных, тобто на пізнавальних здібностях. Буде підтримувати в бадьорому активному стані не тільки тіло, але й дух. І для спортсменів, що важливо, то допоможе досягти бажаних спортивних результатів. Тобто в нього... Ну, перше ми позиціонуємо, бо в нас це дуже просили, ми про це давно, в нас цей заказ є. Це перше, іменно для того, щоб стимулювати, от якраз придати енергії вашій любові. Ну, вместе з тим, нужно помнити о том, що це, в принципі, дуже хороший енергетик, дуже хороша тонізуюча добавка і для тіла, і для ума, і для спортсмена. Да? Не забываем об этом. Мы иногда, я вот тоже смотрю и по вопросам, мы иногда вот знаем основную канву, основное действующее направление, как действует добавка, и забываем о том, что есть еще и другие. И забываем о том, что тот же турмерик куркуму мы можем добавлять в программы по похудению, когда мы не можем из-за чего-то где-то что-то добавить. Мы можем добавлять вот в какие-то еще ситуации. Помним все направления каждой добавки. С-добавка, вот в том-то и дело, что она и для женщин, и для мужчин. Я сейчас сначала говорю о том, как она действует, когда она действует, и когда и для мужчин, и для женщин, и потом отдельно добавлю то, что вот специфично именно для мужчин, и то, что специфично именно для женщин, что уже только относится к ним. Значит, во-первых, это поддержание гормонального равновесия и хорошего сексуального здоровья. Тут что самое важное, она не воздействует, она не вмешивается в гормоны, она не усиливает, она не уменьшает. Это вот идет действительно там со немножечко другие пути, не буду сейчас их долго рассказывать, но она не влияет, она на уровень именно гормонов, она не вмешивается в это. Это повышение либидо, это загострение именно відчуття оргазму, и кремцово – це підвищення загального тонусу, фізична енергія, витривалість, результати у спортсменів, це я вже казала. Что важно, також это улучшение кровоснабжения тканей и органов. Это улучшение, я уже сказала, когнитивных способностей функционирования мозга. Это восстановление, улучшение функционирования нервной системы. Он не просто энергетик, он убирает усталость, он убирает апатию. Он очень хорошо влияет позитивно вот как раз на настроение. Все вот эти активные защитные системы активируются, вытрывались, процессдатность. Ну, я же сказала о том, что повышается, не повышается, улучшается, нормализуется настроение. Тут нету какой-то эйфории, тут нету каких-то... Это не так, как бывает у лекарств, когда, ну, действительно, иногда с тем, что вроде бы хотели до этого добиться, а приходится еще сглаживать. Здесь... Очень все красиво и ровно. Я вот скажу даже сейчас,
Сейчас скажу прямо потом, чтобы потом не забыть. Смотрите, в той же гуаране, там же вот фактически ее собственный аналог кофеина, не помню, сейчас не скажу гуаранином, он там называется, но это медленно освобождающийся, он спокойно освобождается, он не дает вот этого толчка, он не вызывает сердцебиений. Это спокойное такое вот улучшение, спокойная тонизация без нервозности, без вот такого вот. И плюс это у добавки, это я возвращаюсь, это снижение токсичного навантаження лікарських препаратів і алкоголю. У нас же мы пам'ятаем, да, що турмерик, куркума, після знижує как раз вот це токсичне навантаження і алкоголю і лікарських препаратів. Турмерик в першу чергу на печінку її оздоровлює, якщо людина схильна до алкоголю. Здесь, в общем и целом, уменьшает вот это, эту токсическую нагрузку. Это было все для, и для женщин, и для мужчин. Отдельно для мужчин это улучшение как раз вот либидо, сексуального желания. Очень важно, девочки, значит, обратите на что внимание. Обратите внимание, что действительно улучшается качество спермы, улучшается способность зачатия у мужчин. У мужчин старшего возраста, когда есть увеличение предстательной железы, эта добавка помогает как раз нормализации, уменьшению гиперплазии поджелудочной предстательной железы, удлинение эрекции и укорочение вот этой рефрактерной фазы, то есть между эрекциями уменьшает, то есть не так, что один раз вечером, потом раз, сокращает этот промежуток. На половую систему мужчин влияет вообще великолепно всесторонне, и при этом я же говорю, что не вмешивается непосредственно в уровне гормонов. Что касается, что стосуется женок, подвищая либидо и сексуальную активность, помогает нормализовать менструальный цикл. И вот эти ПМСы все, боль в пояснице, боль в животе помогает уменьшить при перепадах настроения, при мигрени. Так? Але я написала те, что эта добавка еще применяется во время климакса. То есть вот эти перепады настроения, приливы, головные боли и так далее – это тоже используется макаперуанская с гуараной. И ее хорошо используют вот в период до подготовки к беременности, потому что вообще, в принципе, это вековое. Считается, что макаперуанская действительно увеличивает шансы на зачатие. Помним, да, что энергетик, тоник, энергетик в сексуальной жизни, энергетик в обычной жизни, энергетик в спортивной жизни, энергетик в умственной деятельности. Значит, какие преимущества? Во-первых, как всегда, стопроцентный, натуральный, растительный засип. Никаких синтетических энергетиков, никаких стимуляторов. Мака вообще, она вообще такая мягко работающая. Маку, вот казалось бы, да, мы все сравнивая с кофе, да, как самым таким распространенным, мы побаиваемся, да, а не будет ли болеть желудок, если у меня чувствительный, если у меня там гастрит. Мака, наоборот, рекомендована при заболеваниях желудка, при заболеваниях кишечника, она, наоборот, рекомендована. Другое дело, что здесь есть гуарана, такая чуть более активная со своими вот этими кофеинами, но кто пьет кофе и нормально, то как бы добавка будет еще работать мягче. Преимущество вот тонизирования у гуараны то, что оно развивается равномерно. Равномерно, спокойно, без истеричных таких энергий. Кроме того, что касается, допустим, сразу опять-таки будет вопрос, 100% уверена, что он возникнет, при повышенном давлении, да, при гипертензии, можно ли? Мака не влияет вообще, она вообще не влияет, не повышает, не влияет на давление. Что касается гуараны, опять-таки сравниваем немножечко с кофе.
если вы или у вас там давление не, то есть это не 170, 180, 190. Если это вот немножечко не очень высокое, либо если это правильно откорректировано лечебными препаратами, и вы знаете, что вы находитесь с давлением, в общем-то, стабильным, и вы можете, и вы пьете кофе, допустим, то Гуарана пройдет еще мягче. Потому что когда мы сразу, вот если у вас чисто практически, если у вас возникнет вопрос, а можно ли, если человек пьет даже не очень крепкий кофе и нормально, это будет 100%, еще пройдет более мягко. Сейчас я одну секундочку, теперь я смотрю. Ага, на вопросы это все. Давление, ну вот, Татьяна, я сказала, что мака категорически не повышает. У гуараны есть иногда противопоказания при выраженной гипертонии, при выраженной гипертензии, значит, осторожненько. Но помним, что ее, во-первых, здесь меньше, чем маки. И сравнивая, я же говорю, что если давление стабильное, не очень высоко скорректировано и так далее, то, в общем-то, никакой проблемы я не вижу. Большой плюс, что прекрасно подходит и для мужчин, и для женщин. То есть мы не делали, вот вы потом еще посмотрите, мы потом будем в 16-м каталоге, когда будет входить детская серия, вот сейчас очень в том плане, что не так, что вот заставить, как часто, да, у компаний заставить купить 583 средства. Мы максимально стараемся свести, чтобы каждое средство выполняло несколько функций. Или оно подходило нескольким возрастам. Или еще вот. Но чтобы все-таки мы могли действительно получить пользу из одной баночки. Специально не разводили вот на отдельные комплексы. И компоненты диетичной добавки не нативы. На втручання в процес вироблення статевих гормонів, ми туди не ліземо, ми не вмішуємося, але орієнтована на підтримку на поддержку природного, то, що це синтеза і баланса цих гормонів і в женському і мужському організмі. Саме через це ми можемо її пропонувати і для чоловіків, і для жінок, і там воно дасть результат. Бо ми, якби ми, да, для чоловіків і трошки тестостерон поднимали бы, повышали бы, то женщинам же зачем такое, допустим, или наоборот, уходили бы в эстрогены. Мы совершенно не будем вмешиваться, мы сделаем мягко, сделаем действительно вот такой вот энергетик. Каким образом? Во-первых, для взрослых, конечно же, 18+, все-таки. По 1-3 капсулы в день. То есть, ну, по одной капсуле 1-3 раза в день, запивая достаточным количеством воды, обратите внимание на то, что последний прием не позже все-таки 5-6 вечера, потому что есть вот это, ну, энергетик, энергизирующий, тонизирующий, поэтому, чтобы спокойно потом лечь спать, а не мелатонинчик пить, значит, поэтому все-таки вот вечерком. Ну, мы не говорим о том, когда мы стимулируем энергию кохания. Там уже другое дело, да? Для підвищення лібідо. 3 капсули на день. І ось на що зверніть увагу, що можна приймати одну капсулу безпосередньо перед інтимною близькістю за 30-40 хвилин. Але я одразу, що я скажу, що це не як Віагра. Якщо ви не приймали взагалі, да, і чек розчитувати на те, що а я от за 30-40 хвилин прийму, вона як Віагра подійствує. Не зовсім так. Все-таки потрібно якесь час приймати, во-первых, но другое дело, что вот это за 30-40 минут, оно, конечно же, усилит влечение, усилит энергию, оно, безусловно, вот, даст то, что нужно. Поэтому, тем не менее, рекомендую. Для спортсменов за 30-40 хвилин до тренування. Тобто и там за 30-40 хвилин до интимной близкости, але и тут за 30-40 хвилин до тренування. И для спортсменов, и взагалі, це курс 1 місяць. Подальше застосування, можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Я думаю, що ви сама розберетесь, так? Коли подальше застосовувати, так? І що стосується протипоказань, це індивідуальна чутливість до компонентів вагітності, лактація. Все інше я, мабуть, сказала, що при захворюваннях щитовідки можна. Єдине, що якщо если есть узлы, там узлы, то тогда надо, вот тогда надо, да, с врачом говорить. Просто гипотиреоз, ничего нормально.
Что касается желудка, кишечника, я сказала, что касается давления, я сказала, да. Ну і взагалі, але ми, як завжди, робимо застереження, що при всіх хронічних захворюваннях і при вживанні лікарських засобів будь-яких, то потрібна попередня консультація з лікарем.